Ну что, друзья, всем привет! Сегодня у нас на Красном кольце проходит 5-й заключительный этап чемпионата кольцевых гонок Красноярского края. Техкомиссию мы прошли, в этот раз удачно, все у нас хорошо, все замечательно. А на 4-м этапе у нас, собственно, что и было? У нас открутился шкив и, соответственно, за собой и помпу подтянул, и все остальное потянул. Ну, мы отделались малой кровью, все, голову вскрыли, посмотрели, что там все отлично. Закрыли, на гонку приехали, конечно, без тренировок, ну что, таков путь, как говорится. Ну и сегодня мне помогает Лёва, он лег спать сегодня в 6 утра, я его разбудил 9:30, говорю, Лёва, ля, говорю, горю. Потому что без помощи, к сожалению, маленько это сложновато. Да. Если сегодня не победишь, я уволюсь. Да. Но наша сегодняшняя задача — это просто проехать 2 гонки, не сломаться. И все было у нас по кайфу. А мы идем уже на брифинг и готовимся к квалификации. Слово руководителю гонки, судья первой категории спортивной Виктор Пирожков. Ну, всем еще раз здравствуйте. Категорически рад, что все-таки хотя бы такое количество участников у нас добралось до финального этапа. Удалось вам сохранить автомобили и силы. Надеюсь, сегодня будет хорошая, красивая, зрелищная гонка. Каждый из вас настроен, я думаю, добиться максимальных результатов. У нас, как всегда, ситуация складывается так, что по состоянию на завершение регистрации на финальный этап ясности, кто займет первое место по итогам сезона, еще нет. Обращаю ваше внимание. Первый момент. У нас этап октябрьский. Холодно. То, что за ночь выпала роса и со вчера была вода, просохла еще не полностью. При выезде на квалификацию будьте внимательны. Местами трасса мокрая, асфальт холодный. Послушали брифинг? Я что-то забыл спросить. Сколько у нас, Натали, сегодня участников? Нас классика 10. 10. Вот 7. А, передний привод нам не интересен, у нас интересен только задний привод. Послушали брифинг? Все отлично. Сейчас проверяем колеса, давление, садимся в машину и готовимся. Следующий кадр у нас будет с рейс-хрона. Пожелайте удачи, будет все хорошо. Мы проехали вот квалификацию, с машиной все отлично. Нашли один момент, тросик подсоса маленько заклинил, и были обороты постоянные. С счет этого смесь маленько обогатила, и это уже под конец квалификации. Итог квалификации какой? Последнее место, к сожалению. Но это того стоило ждать, так как надо тренироваться, а не сидеть, не смотреть видюшки, как говорится. Сейчас быстренько ребята устранят вот эту недостачу маленькую, и мы уже будем готовиться к самой гонке. И следующий кадр будет с процедуры грид. Пожелайте удачи, мы в боевом настроении. Еще раз. Приветствуем всех присутствующих на кольцевой гоночной трассе «Красное кольцо». Вашему вниманию сегодня представлен финальный этап чемпионата Красноярского края по кольцевым гонкам. Поаплодируйте сами себе обязательно. Приятия, начинаем мы. Парад логично. Хотелось бы гимн Российской Федерации. Да, друзья, мы традиционно просим тех, кто находится на трибунах, все-таки встать со своих мест. Звучит гимн Российской Федерации.
уже в линии старта находятся автомобили представителей класса классика, с которыми мы сейчас будем вас знакомить. Это ты ее называешь на протяжении всего сезона «Мисс Бесконечность». Бортовой номер 8, единственная представительница девушек в классе классика, Наталья Зыкова. Бортовой номер 8. Итак, 69-й бортовой номер. Сегодня без особых частушек, немножко будет серьезный настрой, но я не могу этого не говорить каждый раз. Мой непосредственно друг, да, давний товарищ, есть царство манжет, это принц манжет. 69-й бортовой номер, Шорохов Петр. Итак, внимание, 77-й бортовой номер. Молодая кровь класса классика, но перспективная, как ты можешь наблюдать по временам сезона. Неоднократно на призовых местах мы его наблюдали. 77-й номер, Андрей Скрипальщиков. Тот самый знаменитый, слов больше не нужно, робот Алексей Шилкин, бортовой номер 15. Пилот, с которым мы сегодня разговаривали перед началом парада, вы его наблюдали в трансляции. Серьезный настрой, большие амбиции. 10-й бортовой номер, Остапов Алексей. Ближайший принципиальный соперник в гонке, но в жизни это большой и близкий друг робота. Это чемпион среди людей, чемпион своего собственного мира, Роман Коляса. 14-й бортовой номер. Ну, здесь уже классика. Министр балдежа и кайфа, телец-гедонист, да? Мотивацию, Вадик, нужно поднять. Вадим Лацевич, 16-й бортовой. Пилот, который, я надеюсь, сегодня будет доводить все свои гонки до конца. 18-й бортовой номер. Отец-основатель сети техмаркетов Ценолом, Артем Суслонов. Человек, без которого бы мы не увидели это юное дарование под номером 77. Да, не однофамилец, отец. Отец Андрея Скрипальщикова. И как личность самостоятельная, человек очень... который, знаешь, кстати говоря, я хочу сказать сейчас в этой трансляции спасибо, Роман. Без вас того, что мы в Кубке водокачки наблюдаем сейчас, не было бы. Это вот вам мое личное спасибо. Роман Скрипальщиков! Пролетарский гонщик, здесь все просто. Человек, который сегодня в настроении газ давать, рейсинг кайфуем. Юрий Яковлев, 47-й бортовой. Опять выделились, но только уже при старте. Завел. На 3 минутах-то разрешили нам, потому что у нас все равно сегодня прохладно. И все работало отлично, газовал, все хорошо, начал стартовать. Газ в пол. Я просто заглох. Просто. Ну, соответственно, мы сейчас точно не успеем уже выехать на гонку. Сейчас будем устранять, хотя бы проехать вторую гонку. До старта 5 минут, Лёва съездил, купил. Будем надеяться, что мы сейчас все успеем сделать. Ну что, давайте скрестили пальцы, чтобы мы успели до старта. Надеюсь, 5 минут нам хватит. Ну что, Лёва успел до старта.
Но оказалось, сделаем не в этом. Какое качество новых частей? Как клево это правильно называется? 6 обнивала. Вот. И в кипише мы почему-то не обратили внимания на это. Масляного насоса. Да. Грибочек. Ну что, друзья, на этом наш гоночный сезон 2023 окончен. Я надеюсь, следующий сезон нас так не будет. Не буду это слово говорить, но я думаю, вы поймете. А мы идем на трибуну болеть за ребят. Так что ставьте лайки, подписывайтесь. Гонки на этом у нас кончились летние. Будем готовиться к зиме. Ну и в полном разгаре у нас кёрлинг. Будем там снимать. Так что до новых встреч. Пока.